50 метров поверните налево. Поверните налево. 20 минут. Давно уже вообще. Только заметил. Да. 300. Точно. А немецкий не будет четкий, чем английский, нет? Английский прекрасен своей простотой. Немецкий простой вид язык. Вы ушли с маршрута. Поверните налево. Возьмите правее. Вот сразу нельзя его слушать, когда он говорит, поверните налево, да? Вот мы много раз на этом попадались, кстати говоря. Это у меня, по-моему, уже будет. Предлагают горы золотые. Так, и здесь что-то сейчас не будем куда-то. Непонятно. Крутой поворот направо. Не получится. Не получится. Не обижайся. Маршрута. Через 100 метров поверните направо. А что это за город? Лобовой? Мне кажется, до Лобова не доехали. Вы ушли с маршрута. Через 200 метров поверните направо. Сторонние, что ли? Вы ушли с
маршрута. Через 70 метров поверните налево. Точно до стороны, да? Там тоже вон ходит машина. Там тупик нарисован. И машина там еще ходит. Баутсен, вот смотри, Баутсен 20 тупик. Туда. На пересоне, тупик. Серёж, Баутсен туда. Может, нам надо в сторону Баутсена, нет? Лен, давай без твоих комментариев. Давай.
овощей, не кусочки. Да, да. Там есть, просто мы не взяли. Они там писали везде.